В связи с приближением отопительного сезона управление по ЧС города Актюбе с 15 августа начат обходы в домах социально уязвимых слоев населения. Также привлекаются местные исполнительные органы, сотрудники полиции, энергосистемы, газа, также волонтеры. При обходе жилого сектора уделяется внимание на наличие системы отопления, на исправность их, электрических установок, дымоходов. Также жителям даются рекомендации по их устранению.